Малярная мастерская эвакуатора Тома. Привет, Том! Как много пустых банок на переработку. Ты, должно быть, использовал очень много краски. Это малыш Гектор. Ты сегодня будешь его перекрашивать. Привет, малыш Гектор. В кого ты будешь сегодня перевоплощаться? Ух ты, летучая мышь! Как здорово! Но почему ты хочешь быть летучей мышью? Малыш Бен всегда всех пугает, поэтому ты хочешь пролететь над его домом и испугать его? Замечательная идея! Он такого точно не ожидает! Том готов приступить к работе. Первым шагом будет защитить твои глаза очками. Фиолетовый такой красивый цвет, Том. Все верно, малыш Том. Виноград тоже фиолетовый. Ты хочешь поделиться виноградом? О нет, Том, похоже, у тебя заканчивается фиолетовая краска. Фух, как раз хватило. Еще не готово, малыш Гектор. Не подглядывай. Теперь нужны детали, чтобы выглядеть еще более похожим на летучую мышь, малыш Гектор. Например, нос. Тебе щекотно от кисточки? Стой смирно, малыш Гектор. Том хочет все сделать аккуратно. Что ты теперь ищешь, Том? Уши летучей мыши, ну конечно! Теперь ты сможешь услышать, как будет кричать малыш Бен, когда увидит тебя. Что дальше, Том? Ого, эти клыки выглядят очень страшно. Невероятно! Но мы же не будем кусать малыша Бена, верно, Гектор? Замечательная деталь, Том! Вот это да! Крылья летучей мыши! Какие они потрясающие! А вот и твои лапки, малыш Гектор. Но не пытайся висеть на них вниз головой, как настоящая летучая мышь. Вот так, малыш Гектор. Том закончил. Молодчина! Повеселись-ка там, пугая своих друзей, малыш Гектор. До свидания, ребята. До новых встреч. Малярная мастерская Тома. Тучи сгущаются над автомобильным городом. Ведь сегодня Хэллоуин. Что ты делаешь, Том? Похоже, здесь происходит что-то необычное.
ты превращаешь Гарри в монстра Франкенштейна. Это гениально и немного пугающе. Ты знаешь, какой оттенок зеленого нужно использовать, Том? Все верно. Монстр Франкенштейн должен быть бледно-зеленым. Поехали покрасим Гарри. Ах да, нужны защитные очки. Хорошо, что напомнил. Да начнется превращение! Ты уже похож на монстра, Гарри! Интересно, что еще Том для тебя приготовил? Не бойся, Гарри. Том всего лишь готовится к следующему шагу твоего перевоплощения. Я надеюсь. Что у тебя в котле, Том? Волшебная краска? Думаю, будет весело. Ого! Классный трюк! А это должно быть для шрамов и швов на лице монстра. И еще для синяков под глазами. Выглядит ужасающе. То, что нужно. Что теперь, Том? Похоже, пора Гарри одеть большую голову, такую же, как у монстра Франкенштейна. Не переживай, эти гвозди и болты не будут проходить сквозь твою голову, как у монстра Франкенштейна. Мы их просто приклеим. По-моему, ты уже готов идти собирать конфеты. Подожди минутку, Гарри. У Тома есть еще кое-что для тебя. Ух ты, Гарри! Ты выглядишь очень страшно. Твой костюм будет самым лучшим в районе, благодаря Тому. Повеселись там на славу, собирая конфеты. Привет, Том. Похоже, ты готовишься кого-то преобразить. Ага, сегодня очередь Игоря. Ты превратишь его в медведя? Кто там, Том? Да это же малышка Эмбер. Что
что ты здесь делаешь, дорогая? Ты хочешь посмотреть на превращение Игоря? Том, ты не против? Не волнуйся, Игорь, это всего лишь коричневая краска. Это совсем не больно. Игорь, эти очки защитят твои глаза. Том превращает Игоря в медведя, Эмбер. Да, все верно. В медведя из мультика «Маша и медведь». Том, Эмбер интересуется, не мог бы ты превратить в медведя и ее. Ох, увы, Эмбер. У Тома недостаточно коричневой краски. Но у него есть новая упаковка розовой краски. С ее помощью он может превратить тебя в Машу, чтобы вы с Игорем стали Машей и медведем. Готово, Эмбер? Что дальше, Том? Шерсть для Игоря? Но как ты ее сделаешь? Трафарет? А я-то думал, для чего же он нужен? Ха-ха, ты боишься щекотки, Игорь! Ух ты, теперь у тебя даже шерсть есть! Великолепно! Что думаешь, Эмбер? Ты права, ему еще нужны нос и уши. Хорошо, наверное, кроличьи уши не подойдут. А вот эти маленькие коричневые ушки точно для медведя. Еще Игорю нужен нос. Отличный выбор! Здорово! Похоже, вы, ребята, уже готовы отправиться играть. Разве что Том попробует сделать Эмбер еще более похожей на Машу. С этим платочком ты просто вылитая Маша, Эмбер. Игорь прав, Том. У тебя действительно талант. Эмбер тоже так считает. И она хочет отблагодарить тебя, Игорь, за то, что разрешил присоединиться к своему перевоплощению. Ну а теперь вам пора отправляться играть.